Здравствуйте, дорогие зрители! Вы на канале «Прогулки с Натальей». Гуляем сегодня по Пушкинской. И я хочу показать одно очень интересное место. Вы такое точно не знаете. И такое место только одно в Харькове. Это мастерская, где делают конфеты разной формы из карамели. Давайте посмотрим, что же внутри. Здесь такой шкаф, в котором есть розы. Это для деток, детская площадка. Карусель. Здесь можно заказать кофе, разные напитки, разные десерты. Есть красивые яркие столики и диванчики для детей и для их родителей. Даже под стеклом на столах тоже есть кусочки карамели. Вот видите, разные фигурки, любую форму, любого размера. Для детей просто райское удовольствие. Много интересных штучек, которые должны 100% понравиться вашим деткам. Есть маленькие карамельки. Дети обычно любят маленькие предметы, потому что они помещаются в маленькой ручке. Они яркие, красивые, веселые, радужные. Должны детям вашим обязательно понравиться. Кстати, здесь проходят мастер-классы. Можно записаться и привести детей, посмотреть, как здесь готовят разные красивые штучки. А что это будет? Роза. А, роза. Это вот то, что в итоге. Потом будет букет. А зачем вы дуете? А что мягко? Чтобы она не остывала. А, это греете вы, да, чтобы она мягко была. Какой интересный процесс, надо же. Первый раз это вижу, никогда такого не видела. Вот такую вкусняшку я себе заказала. Очень вкусно. Вот такое интересное место, вкусное место есть у нас в Харькове. Пока-пока, до новых встреч.